Бывший сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден, рассказавший о всемирной американской программе слежки, дал интервью телеканалу NBC о своем сотрудничестве с АНБ и ЦРУ. По словам Сноудена, его учили на шпиона, после чего он работал под прикрытием за пределами США. Интервью записывалось в Москве и вышло в эфир телеканала во вторник. По словам Сноудена, его называют системным администратором, что неверно. Не секрет, что США получают больше разведданных через компьютеры, чем через своих агентов, говорит он. Меня учили быть шпионом в традиционном смысле. Я жил и работал под прикрытием за границей, притворялся, что делаю работу, которую не делал. У меня даже было другое имя. Сноуден назвал себя техническим экспертом. По его словам, он не работал с людьми и не вербовал агентов. «Моя задача – делать так, чтобы системы работали на Соединенные Штаты», – говорит он. «Я делал это на всех уровнях, с самого низкого до самого высокого. Теперь правительство, конечно, может это отрицать. Они могут пытаться представить все это в определенном свете и говорить, он всего лишь аналитик низкого звена». Эдвард Сноуден также рассказал, что он не только работал на ЦРУ за границей, но и читал лекции в Академии контрразведки Агентства национальной безопасности. Встреча Сноудена с телеканалом NBC состоялась в центре Москвы и длилась не меньше 5 часов. Власти США называют его предателем, поставившим под угрозу безопасность родной страны. Для многих Сноуден стал героем, защитившим гражданские свободы.